Интеллектуальное воспитание футболистов – обязательное условие роста их мастерства и спортивных достижений. При выборе тем для теории тренерский штаб, как правило, руководствуется особенностями будущего соперника и конкретными задачами на грядущее противостояние. Однако бывают и занятия, на которых наставники знакомят своих подопечных с общими требованиями, делятся своим видением улучшения игры или же внедряют новые тактические схемы. Очень важно, чтобы теория проходила в интерактивном режиме, чтобы каждый член команды мог высказать и свое мнение по теме. Игорь Климовский и его помощники стараются сразу после теории проводить тренировку, давая футболистам возможность максимально качественно усвоить полученную информацию и с помощью практики перенести ее в игру. Следите за подготовкой олимпийцев к возобновлению сезона в наших соцсетях. Дальше больше!